Номинант на танцевальный «Оскар» Наталья Цыца. Прошу на сцену. Хореограф Кирилл Харьковой. Есть ученица Наталья, которая хочет стать профессиональным танцором. И что меня это очень сильно радует. И эта участница самая настойчивая, которая у меня была среди всех. Она хочет вас удивить сегодня соло. И это соло будет и гимнастика, и классика, и хип-хоп. Это не самая простая задача, но поверьте мне, мы всего лишь за полтора месяца смогли с ней справиться. Соответственно, поддержите, родители, нашу участницу, нашу ученицу этой школы, которая смогла взять на себя такую ответственность, чтобы выступить перед всеми вами. Наталья Цыца, это великолепно! Ты достойна Оскара! Жду от тебя в следующем году еще более впечатляющей техники и танца. Прошу пройти победителя под аплодисменты!